Гречка с фаршем на сковороде очень простое, я бы даже сказала, деревенское блюдо, которое приготовить не стоит никакого труда, скромно, вкусно, быстро и очень сытно. Когда времени не очень много, когда хочется приготовить что-нибудь незатейливое и вкусное, меня выручает всегда моя гречка с фаршем на сковороде. Ничего проще придумать и нельзя. Блюдо не очень калорийное, но хорошо насыщает, дает заряд сил и энергии. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Возьмем все необходимые ингредиенты. На сковородку наливаем масло, в нее кладем фарш, солим, перчим, хорошенько перемешиваем все, уменьшаем огонь и добавляем по очереди все приправы, вливаем водку и даем ей выпариться. В фарш вливаем томатный соус, перемешиваем и даем ему немного загустеть. Гречку отвариваем, как указано на упаковке. Вкуснее тем, кто подпишется. На тарелочке выкладываем гречку, сверху кладем фарш и подаем к столу. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. А теперь ингредиенты. Мясной фарш 500 грамм, томатный соус 300 грамм, водка 30 грамм, соль, перец по вкусу, мускатный орех 1 щепотка, молотая паприка 1 чайная ложка, сухие приправы по вкусу, орегано, базилик, гречка 2-5 стакана, количество порций 4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачного дня!